Всех приветствую, всем я очень рад. Ну, сегодня я с чего решил начать? Как выражается мой приятель, надо суетить девушек разных и ущербных тоже, а Бог увидит, лучше пошлет. И именно это и произошло. В интернете с девушкой познакомился, она с Малайзии, работает в Бангкоке. У нее свой салон красоты, и она в лайне теперь со мной общается. Я ей кричу: мы с тобой встретимся. Она пишет: обязательно, только сейчас, когда вирус закончится. Боится пока встречаться. И что самое удивительное, такие пассажиры, как я, по ночам бабло просаживают, а она бабло по ночам поднимает. И я знаю, о чем вы подумали. Не проститутка она. Сейчас покажу вам, на чем она по ночам доллары зарабатывает. Вот начало переписки. Но это уже второй день переписки. Первый не буду вам показывать, там ничего интересного. Привет, как дела? Второй день начался у нас с чего? Я ей пишу: good afternoon. А она мне в ответ: good evening. И понеслась переписка, смотрите. Так, good afternoon, good evening. Фотку ей прислал, что я кофе пью. Она пишет: ты пьешь кофе? Да. В кафе сижу, пью кофе, пишу ей. Скоро, говорю, будем вместе пить кофе. И смотрите, что пишет: я играю вот в такую-то игру и зарабатываю доллары. И вот показывает игру. Смотрите, что за игра, хрен ее знает. Вот какая-то такая. Что дальше? Я пишу: очень хорошо. А, пишу: пришли мне свое фото, пожалуйста. Посмотрите, что она мне прислала. Это просто звезда. Посмотрите, какая красивая девушка с Малайзии. Весь организм мой удивился. Спрашивает: ты играешь в это? Я пишу: нет, я не знаю. Пишу: спасибо большое за фото. Пишу: ты очень красивая. Витя пишет: это глобальная игра какая-то, все в нее играют. Ну, сейчас подробно переведу вам даже. Это глобальная игра с угадыванием чисел какая-то, короче. Сначала вы поедете регистрацию, пополняете свою основную сумму, я научу тебя зарабатывать деньги ночью. А я пишу: окей. Зарегистрируюсь сегодня, пишу ей: good morning, шлю фотку, что я пью кофе. Она мне какую-то гимнастику, видите, а я пишу: покажи себя в форме. Вот смотрите, спорт, фото в спортивной одежде, говорю, фото пришли. Она не поняла. Потом: что ты делаешь? Я опять пишу: фото пришли в спортивной одежде глянуть на нее. А Ивайн туси фото в спортивной одежде. Вот шлю, что я гимнастикой занимаюсь. Пример ей. Пишу: я гимнастикой в Паттайе занимаюсь. И вот какую фотку она мне прислала, ребят. Вот что я вам и хотел показать. С таким лицом не ожидал, что она так одевается. Вы посмотрите. Вот так вот пока... добился от нее какой фотки. Не ожидал, что она так одета, как какой-то тинейджер. Ну и ничего страшного, что там немножко фигуру, смотрю, подкачала. Не забывайте, как мой приятель выражается: надо суетить всех, а Бог увидит, лучше пошлет. Ну ладно, чем закончится, как у нас не состоится встреча, пока не знаю.
Буду пока переписываться, настаивать на встрече. Ну что же, а мы с вами давайте перенесемся на улицу Beach Road, которую мы так давно с вами ждем. Стоп, ребят, сейчас на бичку мы с вами успеем попасть, а девушка с Малайзии уже в сообщении подала первый свой голос. Послушайте. Только сейчас с ней переписывались. Вот она писала. Компьютер зарегистрироваться. Компьютер зарегистрироваться. Видите, сейчас в реальном времени идет 12:25. Вот сейчас мы с ней переписываемся. И вот ее первый голосок. Нормальный голосок. И я ответил тоже голоском. Вот она пишет «Окей». Я пишу «Приятный голос у тебя». Ну вот видите, на чем пока закончилась переписка. Прямо сейчас в реальном времени она у нас не идет. Ну достаточно. Чего будет интересного, еще вам покажу, сообщу. Ребят, всем привет. Сейчас чайку заказал зеленого, попью. Пройдусь по бичке. Время 5 вечера. Посмотрим, что здесь за движуха. По пляжу какие-то одиночки ходят и плавают, он в воде есть. Хотя запрещено, плакаты везде висят, 100 тысяч бат штраф. I go with my friend. No, no, thank you. I meet my friend. How much boom boom? Boom boom, how much? How much? How much? Вот вам и имя на работе. Спрашивайте, где работает.
на бичке в 5 часов вечера. Не срослось что-то с фарангом у нее. Ну ладно, надеемся, будет удача. Серег, слушай, шел по бичке я сейчас. Уже слишком. Встречаю Эми. А что она там, работала? Работала, стояла с фарангом на велосипеде, договаривалась насчет... Бабла. Да. Они ни о чем не добазарились, и он отошел. Я-то прошел бы мимо, но знаешь, почему я остановился и подождал? Она меня полицией же пугала. Да, пугала. Я думаю, посмотрю, что она мне сейчас скажет, когда она одна осталась, фаранг ушел. И я говорю, how much бум-бум? Спрашиваю, сколько бум-бум стоит? Она меня увидела, испугалась. Серег, оббегает стороной, и ты не поверишь, кому она подбежала. Этот русский в очках, который, про которого я тебе рассказывал, она на байке ко мне приезжала, где-то недели две назад или три вечера. Которая показала твой канал. Который... Да, он показал ей мой канал. Она подписалась и мне еще показывала, вот он мне твой канал показал. И вот после этого, когда он показал ей канал, она начала ролики смотреть и полиции пугать. Ты представляешь, Серег? И это не самое смешное. И Эми это не самое смешное, народ. А самое смешное, что этот в очках-то делал русский турист на бичке с ней? Может, превратился в сутенера в ее личного? Тут только, Серег, остается догадываться. Я офигел, к нему побежала, блин, от меня. Я спрашиваю, how much бум-бум? Все записано. Офигеть ситуация. Так, ну а что мы сегодня к морю-то с тобой пройдем, не пройдем? Машина что-то наварит. А, вон, уезжает. Она из-за байков проехать не может просто, видишь? Пытается выехать. А что, любой проезд. Просто надо сядь впереди и показывать мне, как ехать. Посмотрим, что на пляже. Похоже, тихо. И вам показывать, наверное, нечего. Ну да, народу особо нет на пляже. Ну тогда закругляться будем. Всем счастливо. Серёг, ты прощайся. Народ, к сожалению, таких людишек, как босс из стеклодувного цеха, в России пруд-пруди. И некоторые из них, как вы уже видите, пытаются рвануть в Азию, чтобы раствориться тут в местной среде. Конечно, им это удается. Здесь никто не обращает на них внимания. Все равно, какой они ориентации, здесь сами видите, все дозволено и позволено. Свои мерзопакостные делишки какие-то здесь промышляют. И все сходит с рук. Тайцы жизнерадостные, счастливые люди, терпеливые. Но что произошло с боссом из стеклодувного цеха? Вот именно ему не удалось скрыться в азиатской среде, раствориться. Сама судьба его обол треснула. И никто в этом, ребят, не виноват. Ни мы с вами, ни Эми. То, каков внутренний мир босса из стеклодувного цеха, то и всплыло наружу. Ни больше, ни меньше. Ни похвалить его нельзя, ни поругать. Все сами видите, что он из себя представляет. И я вам хочу сказать, что репутация его бежит теперь впереди его самого. То, что он девушек, азиаток, и таек, и лаосок подбивает долбиться с туристами, это только усугубляет его положение. Вот я вам приведу простой пример. Турист срезает девушку. И состоится, как всегда, элементарный разговор перед долбежкой. Hi, how are you? What is your name? Привет, как дела? Как тебя зовут? И следующий вопрос, который всегда неизбежен в любой ситуации. Where are you from? И когда попадается русский турист,
Он говорит: «I'm from Russia». И такая девушка, как Эми, скажет: «Wow, you are from Russia. My boss Russian. My boss бум-бум, пучай». И понеслась. Вот видите, к чему привело вот такое отношение подбивать девушек долбиться с туристами. И спрашивать ничего у них не нужно. Как вы убедились, они сами все рассказывают. Ну что ж, будем закругляться. Всем на этом счастливо. Расстаемся, надеюсь, ненадолго.